Всем привет! Кому большую квартиру в самом центре Сочи, ЖК «Родина», улица Красноармейская, 24, рядом улица Гагарина. Вот здесь вот этот центр, такой тихий зеленый центр, шаговой доступности, все. И вот такая вот огромная светлая квартира в черновой отделке, 170 квадратов, практически площадь дома. Вот здесь прихожая, вход, коридорчик огромный, где можно все распланировать. Три большие комнаты, зал 3-4 квадрата, спальный 21-21, кухня-гостиная 18, плюс выходы на веранду 14 квадратов. С каждой комнаты выход на свой собственный балкон. Из зала у вас выход и на террасу, и еще и на балкон сразу два выхода, на два балкона можно практически. Вот вид в сторону кинотеатра «Родина». В общем, виды нормальные в сторону города, в сторону центра, в сторону моря. Вот такие огромные спальни, скажем, со своим балконом. Вот смотрите, планировку поподробнее, смотрите, какие огромные комнаты. И возможность сделать два санузла, один из них раздельный, сделать большую гардеробную или кладовую. В общем, очень интересно уже все распланировать. И самое интересное, это, конечно, место. Тихий зеленый центр, рядом цветной бульвар, вот видите. Рядом школа, вон 24, рядом садик. Все остановки, магазины, все, что вам понадобится для жизни, у вас все рядом. Самое главное, пешая доступность до моря, до парка Ривьеры минут 18-19, до морпорта минут 20-25. Вдоль набережной уже хорошая, приятная прогулка. Вас не утомит. В общем, интересное место, интересная квартира. Цену вы видели, стоимость, как всегда, тоже интересная. Ну, по крайней мере, это площадь практически частного дома на таком интересном месте. Ну и центр все-таки диктует свои цены. В общем, кому это интересно, звоните, пишите, расскажу все подробности, покажу и помогу приобрести. Вот. Ну, мне кажется, интересное предложение, поэтому я вам быстро покажу подробности, как всегда, в личку. Звоните, пишите. Контактные данные у меня вот перед вами. Задавайте свои вопросы в комментариях или в личку. Всем пока!